Шо же вы такие, блин, неосторожные, друзья мои, дорогие, так сказать. Харбасите? Харбасите, значит, да, харбасите. А вы хотя бы знаете, хотя бы представление имеете, сколько людей от этого вашего харбаса в год погибает? Парни молодые, 16-18 лет, и идут, бошки об стены ломают. Вы понимаете, этот танец, он как наркотик. Это не для дилетантов. Если вы не можете рассчитать силу, когда вы будете басить, то вы не сможете выжить нормально. Вы понимаете, что вы обрекаете себя? Вообще, я просто не представляю. Вот вы с парашютом, без парашюта не прыгаете. А это то же самое, вы понимаете? Я поражаюсь, ребята, вот в бошку взбредет что-то, идите колбасите, а вы знаете, что вы можете ногу сломать, вы знаете, что вы можете по носу ногой седать, вы не отдаете себе отчет вообще о том, что вы делаете, это вам не игрушки, блин, это хардбас, это спорт, это серьезная наука, вы понимаете, вот присак накачайте, как у меня сначала, а потом хардбасите, идите, уважаемый, блин, я поражаюсь просто такому. Конский напиток нам покупают себе, и все. Уже хардбастер, ёпты, бля. Ага, вы знаете, сколько в 2011 году хардбастеров было? По всему миру хардбастили. А куда сейчас эти люди делись? Вы понимаете, нету их нигде. Потому что лежат они уже под землей. Вот тут, ребята, уважаемые, не выдержали мощь хардбаса. Хардбас это не игрушка вам. Хардбас это серьезная вещь, которая может вас угробить, голову расшибить, ногу расшибить, нос сломать, задушить. Блин, это танец серьезных людей. Детишкам тут не место, вы понимаете, ребята? Так что я вам советую быть аккуратнее, ей-богу. Сначала присоки качайте, ноги качайте, руки качайте, потом уже. Вы сначала попробуйте, чтобы харбаже сделать и мизинец не сломать. Вы хотя бы это сначала сделайте, ёпты, бля. А потом уже говорите, какой вы крутой хардбассер, ёпты. Ну все, давайте. Удачного дня, ёпты, бля.